Привет! Сегодня я покажу вам, как приготовить салат из жареных мидий. Сперва мидии необходимо промыть и обязательно очистить от водорослей, которые прячутся внутри. После чего берем глубокую миску и крошим туда салат айсберг. Помимо салата добавляем туда помидоры черри и еще порежем редис, для того чтобы салат получился освежающим. Теперь приступим к жарке мидий. Обжариваем на подсолнечном масле в течение 2 минут. И наш секретный ингредиент для жарки — это соевый соус. Дело осталось за малым – хорошенько перемешать. Наш салат необходимо обязательно посолить, поперчить и добавить оливковое масло. Хорошенько жмякаем все руками, чтобы ингредиенты перемешались. Специальными щипцами выкладываем наш салат на тарелку, если их нет, найдите. Добавляем красоту в виде свернутых огурчиков, изюминку нашего салата жареной мидии, поливаем соусом терияки и засыпаем кунжутом. Такой сочный и освежающий салат зайдет каждому из вас. Не забудь поставить лайк и подписаться. Приятного аппетита!